Desisto. Всем привет! С вами канал Артмания. И у нас самый последний обзор этой прекрасной дачи. Август. Август. Помидорочки. Помидорки уже ели. Свои помидоры очень ароматные. Так. Что из еды? Кабачок, помидорка, баклажанчики, вон там парочку. Здесь цветочек маленький вырос. Воду дали, плохо дают воду. А, тут еще какие-то странные помидоры у бабули. Баклажанчик там какой-то тоже маленький. А, огурцы еще ели, там помидоры. В основном последние годы выращивают только огурцы, помидоры. Но огурцы съедают мокрицы. Вот. Уже больше ничего не зреет здесь особо почему-то. Видимо, ухаживать надо хорошо. Поэтому сегодня последний день на даче мы пребываем. Завтра приезжают уже новые хозяева. Уже продали все, сделка состоялась. Поэтому все. Прощаемся потихонечку с дачей. Очень больно, сильная боль очень оказывается. Когда на даче проживаешь 20 лет. Вот так вот. Меня тут всю почти оборвали, уже ничего не растет тут. Крыжовник, морковь, я не знаю почему, морковь очень плохо растет. Малину почти всю собрали уже август. Груши. Созрели груши желтыми, но они не должны становиться. Их нужно снять до этого и съесть. Потому что потом они гниют. Тоже собрали. Вот наш драгоценнейший сад. Люди попались очень хорошие. Ну, как мне рассказывать, я еще их не видела. Только завтра познакомлюсь с ними. Очень добрые, отзывчивые. Я думаю, что они наш сад сохранят, будут за ним ухаживать. Я думаю, что деревьям переживать не за что, потому что к деревьям я отношусь, наверное, как к людям. Потому что они приносят такие прекраснейшие плоды. Посмотрите, оно еще зелененькое, но оно уже большое. Вот, и посмотрите, у нас деревья все в идеальном состоянии. Вот, допустим, та дача у нас была, кто помнит. Вон там дерево стоит. Оно в ужасном состоянии, за ним не ухаживают. Людям наплевать на дерево. Жалко дерево, очень жалко. А яблоки оно дает очень хорошие, уже сейчас можно есть. У этих вот всех деревьев еще рано есть яблочки. Они еще зеленые, еще не созрели. А та яблонька уже, я попозже вам покажу, какая она сейчас стала. А была она вот примерно вот как все вот эти деревья. Так, ладно, давайте вот тут пройдем. Ну вот даже, например, яблочко. Надо, кстати, забрать. Это, по-моему, жигулевское у нас. Вот, ну тут много деревьев отдыхает в этом году. Вот это отдыхает, на ней было пару яблочек. Вот это, по-моему, тоже отдыхает. А те вот по частям плодоносят. Вот это плодоносит, это вот тоже жигулевская, там в каком-то степени вот ее яблочко. И у нас вон, так, где? Боже мой, не вижу. А вот, вот это тоже жигулевская. Там большие такие красные яблоки. Прям обалденные. Красивые такие, их рисовать можно. Тут перчики. Ну, что-то они подгнивают, их кусает кто-то, видимо. Тут виноград, он еще не созрел никак, хотя... Лето у нас в мае уже началось. Крыжовник слопали. Топинамбур растет. Кстати, в этом году у нас появилась мелисса. Наконец-то разрослась. Вот тут вот, вот они, два кусточка. И, а, вот она разрослась. Пошла-пошла вон там вон. Я чуть-чуть ее поливала, рыхлила. Там вот мята еще нужно собрать. Потому что без дачи очень сложно будет нам. Я не знаю, как мы будем жить без дачи, честно. Дача в нашем распоряжении 20 лет. Ну, сколько вот я живу, дача у нас есть. Там хрен завтра сорву. Буду засаливать. Это у нас жасмин. Сливу еще нужно будет набрать. Хочу засушить и Диме покушать. Не знаю, как будем без дачи. Вот честно, не знаю прям.
плохо. Наверное, будет очень плохо. Я уже до этого с ней прощалась, с этой дачей. Вот появилось опять время еще пожить. Вчера мы целый день были. Сегодня, завтра уезжаем уже. Собираем все яблоки и уезжаем. Вот оно, кстати, жигулевское. А вот, кстати, то дерево. Оно висит, одна ветка сломалась. Его подпирать надо, видите? Оно в каком состоянии? Непонятном. Все подпирать надо. Оно бедное. Тяжело очень дерево. Все полностью она плодоносит вся. Ему плохо. А эти у нас, посмотрите, они в идеальном состоянии. Все подперты. У всех вон. Тут палка вон. Там две, там две. Там одна вон. У этой это отдыхает в этом году. Чуть-чуть у нее яблочки. Жигулевская вон. Какие яблочки вон. Большие. Здесь вон лежат красненькие. Те две зеленые, зимние. Цветочки. Ну, у нас только яблоки, по-моему, остались. Здесь вот тоже яблонька. А, еще облепиха. Красная. А, смородина белая. Что-то, кстати, мы ее так и не поели. Это белую смородину. Еще розовая, а еще бывает она белая. Здесь вот. Там мама облепишку собирается. Облепишка, кстати, у нас крупная и сладкая. Она даже не кислая, она сладкая. Елочки. Вот. А петрушка еще есть. Ну, петрушка у нас не ценится. У нас укроп больше ценился. Вот. И наш драгоценный сад. Очень люблю, кстати, этот сад. Нам очень-очень безумно он. Ну, мне, по крайней мере, безумно он очень нравится. И Диме. Здесь можно побегать, разбегаться, пронестись, поиграть во что-то, в футбол поиграть спокойно. Будем искать со временем с мамой другую дачу, покупать попозже. И я хочу, чтобы там был большой сад, вот такой же сад. У меня самый главный сад. Пройтись, вот погулять, отдохнуть в саду. Домик какой-нибудь такой, в котором можно было спать, жить. Немножко я болею, поэтому голос немножко другой у меня, наверное. Вот, вот такой у нас с вами был обзор. Последний обзор, больше уже не будет. Июльский обзор не вышел, выйдет рядышком где-то с этим обзором. Потому что что-то замудохалось, забыла. Так что прощаемся с этой дачи. И надеюсь, что скоро появится у нас другая дача. А эту мы будем с вами только смотреть по видеороликам, если YouTube не удалят. Вспоминать, помнить. Черемуха еще, кстати, там есть. Я наберу, засушить хочу. Потом чай с вами попробуем. Спросите у меня, вкусный чай там или нет. Все, всем пока-пока. С вами был канал Аткмания.